Девчонки, хотела показать вам такой способ свой, как я использую лимон, чтобы он оставался надольше свежим. Но многие, конечно, знают об этом способе, но все же, мало ли, может, кому-то пригодится. Я помыла лимон, обсушила его, режу на такие дольки. Беру любую емкость, в которой у меня будет храниться лимон. Складываю вот так его. Потому что мы вот, например, черный чай пьем только с лимоном. И вот так каждый слой засыпаем сахаром. И он очень-очень долго так может храниться. Засыпали, опять берем лимон. Также режем его на такие дольки. Можете кружочками, как вы любите. И также выкладываем сверху все. И посыпаем также сахаром. Я люблю также водичку с лимоном пить утром. Она очень полезная, мне нравится. В общем, вот я сейчас порежу сюда два лимона.